Сотрудники ГИБДД стали донорами крови. Так, в День защиты детей автоинспекторы решили привлечь внимание к проблеме детского травматизма на дорогах. По данным ГИБДД, с начала года в регионе в ДТП уже погибли 7 детей и еще 133 получили травмы. А переливание крови в некоторых ситуациях – единственный шанс спасти жизнь. Россияне смогут взять льготную ипотеку для строительства частных домов своими силами без оформления договора подряда. Ставка по таким кредитам не будет превышать 9% годовых. Максимальный размер займа составит 6 миллионов рублей. Предполагается, что в этом году выдадут около 8 тысяч кредитов, сообщает российская газета. Парк на Хромпике победил в рейтинговом голосовании. Именно его благоустройством займутся в следующем году. Там должны обустроить зоны отдыха, дорожки для пробежек, установят детскую и спортивную площадки. Планируется, что в парке заменят систему освещения и сделают пешеходный фонтан.